четверг губернатор Станислав Воскресенский знакомился со вторым по величине городом области – Кинешмой. Визит глава региона начал с посещения завода «Электроконтакт». Градообразующее предприятие – одно из старейших в Ивановской области. Специализируется на выпуске электроугольных изделий и изделий из металлических порошков. Продукция завода используется в автомобильной промышленности, машиностроении, нефтяной и газовой отрасли. Выручка по итогам прошлого года составила 1 миллиард рублей. На предприятии работают 750 человек. Для того, чтобы пройти полностью техпроцесс, мы имеем высокопроизводительное оборудование. У нас свой инструментальный цех, который полностью обеспечивает нас пресс-инструментом. Своя современная инфраструктура, которая позволяет производству обеспечить нужными ресурсами. И самое ценное у нас – это, конечно, квалифицированные кадры.